30-м? Ну, идея давно она у нас появилась. Это еще когда только начинали эти видеокамеры к нам, как говорится, в государство поступать. Мы обратили внимание, что устанавливают на некоторых учреждениях видеокамеры. Ну и потом, когда с жителями собрались, уже сами жители решили тоже свои средства вложить. И на этой основе, значит, обошлось у нас это все удовольствие, будем так говорить. 30 тысяч, это по тем деньгам тогда. Ну, это лет 5 тому назад больше, наверное. Бывают же такие случаи, когда кража происходит, а кто, что, как, полиция же с чего начинает? Какую-то хотя бы чуть-чуть маленькую зацепку иметь. Кто же все-таки это такой? Потому что у нас был случай, когда крали магнитолы в машинах. И предположить даже невозможно. Молодая, симпатичная девушка совершала эти кражи. Дальнейшее, конечно, мы не знаем, что там как, но мы этот видеоматериал, полиция у нас забирала и смотрела, конечно, тоже были удивлены. Мы бы, говорит, кого-нибудь мужика какого-нибудь искали бы, а тут девушка такая симпатичная. Уже не раз материалы с этих видеокамер передавались правоохранительным органам и помогали в раскрытии преступлений. Я думаю, что, возможно, даже будет разработана программа, в принципе, есть «Безопасный город», да, это и, возможно, какие-то программы, позволяющие не единовременно выплачивать всю сумму, а с какой-то рассрочкой установки. Тут, конечно, должны подключиться в том числе и управляющие компании к этой работе, объяснять, разъяснять жителям. Потому что, в принципе, это очень полезное и нужное дело. Имеем вам сказать.